Самая большая ложь, с которой я столкнулся на Украине, это то, что говорят СМИ России о преследовании русских, о преследовании по языку. Вы знаете, за 5 дней я больше слышал речи на русском. В Киеве со мной все разговаривали на русском. Я слышал украинскую речь, но стоило мне заговорить на русском, все переходили на русский, и я не встретил. Вот поверьте мне, ни одного человека, которого принципиально со мной перестал разговаривать. Ну, может быть, пресс-секретарь этого правого сектора. Вот он, да, он принципиально разговаривал только на украинском. Это единственный человек, который на Украине отказался со мной говорить на русском. Все остальные тут же автоматически, даже не зацикливаясь на этом, переходили на русский язык и говорили как с нормальным человеком. То же самое и в отношении преследований. Я задал вопросы в Симферополе русским. Говорю, а в чем проблема-то? Чего вы, так сказать, поднялись? Что, притесняли вас украинцы здесь? Они говорят, да ты что? Пускай бы попробовали. Нас здесь большинство здесь. Даже те, которые живут, они все по-русски говорят. Я говорю, а какие же проблемы? Ну, и начиналось, вот, знаете, невнятное бормотание. Надоела нищета. То есть для них, по-моему, главное, это все-таки даже не национальный аспект, а все-таки социально-экономический. Что то, как живут сегодня люди в Украине, это достало всех. И от этой безнадеги они готовы убежать не только в Россию, но и, по-моему, в любое другое государство, которое побогаче. Вот такое ощущение у меня возникло. Хотя, конечно, они, по крайней мере, по Крыму, я могу точно сказать, что да, действительно, они, те, кто голосовал, были искренне, и их никто не принуждал. Поздравляли себя, ходили на другой день с праздником, с тем, что они стали россиянами. То есть сама идея перехода в российское гражданство, в подданство, в Крыму она давно как бы культивировалась, сидела глубоко в подкорке у многих русских. Вот. Ну, с другой стороны, конечно, и референдум тоже назвать честным нельзя. Потому что вот, если судить по наружной рекламе, там только за отделение. Ни одного контрпропагандистского лозунга я не видел. Телеканалы все, кто были украинские, закрыты были, и во время референдума вещали там только российские каналы. Так что с формальной стороны, конечно, референдум тоже назвать нельзя честным. Хотя я думаю, что даже если провести честно, все-таки большинство победило. Ну, вопрос, конечно, не в этом. Что касательно континентальной части Украины, понимаете, того же Харькова, допустим, Николаева, Одессы. В каждом городе своя ситуация, есть различия принципиальные, понимаете. И можно об этом много говорить, но в целом я могу сказать так, что основная масса колеблющаяся. С одной стороны, я, как говорил уже, их достала экономическая ситуация, они выражают недовольство, и в основном это недовольство в адрес Януковича, и уже в адрес новой власти, которая вот пришла, ничего не меняется. Хотя люди умом-то понимают, что не может измениться. То есть страна в такой ситуации, что сейчас нужны годы, чтобы выбраться из этой ямы. Тем не менее, негатив к власти есть, и который в Киеве сидит. Вот. И есть националисты русские, есть националисты украинские. Ну, в тот момент, когда я был, столкновений таких прямых не было, как сейчас. Были митинги взаимные, достаточно взвешенно, культурно, я бы даже сказал. Люди друг с другом полемизировали, не доходило до мордобития и тем более выстрелов. Что касательно сегодняшней ситуации, то, на мой взгляд, после того, что произошло в Женеве, где принята договоренность определенная, то есть, то она на руку нынешней власти в Киеве. Ситуация была очень тревожная, и после того, как некоторые части даже стали переходить на сторону сепаратистов, то сегодняшнее вот это соглашение, оно расставляет все на места и дает передышку для Киева, чтобы навести порядок. То есть теперь у них карт-бланш. Они могут заниматься наведением порядка. И еще один момент, очень принципиальный. Формально Путин кинул тех, кто пытался присоединиться к России и отделиться от Украины. Я думаю, сегодня маты по всему Харькову, Донецку услышат самые нелицеприятные в его адрес.
И это, наверное, внесет все-таки какую-то деморализацию в ряды тех сепаратистов, которые пытались отделиться. Не знаю, как на самом деле будет, но есть ощущение, что так, пик кризиса пройден, и сейчас есть реальный шанс как-то попробовать решить эту проблему в рамках целой и неделимой Украины. Thank you.